Слава Украине, привет всем от Полонского. Новости из Южной Кореи. Казалось бы, страна далекая от Украины, и ну, интерес ее в наших делах довольно мал. Но, тем не менее, интерес значителен, как оказалось. И Южная Корея мало того, что ввела санкции, точно такие же, кстати, как и Япония ввела в отношении России, но еще и помогает Украине. Итак, премьер-министр Южной Кореи заявил о том, что они выделяют Украине 2 миллиарда 300 миллионов долларов помощи, а также дополнительно 12 миллионов долларов исключительно на реабилитацию наших военных после ранений, после тяжелых ранений. Также, конечно, представители Кореи сильно возмутились тем, что Северная Корея помогает России с оружием. Вообще это вновь это дестабилизирует полностью обстановку на Корейском полуострове и не только там. И видите, ну, можно сказать, что они нам помогают, потому что, мол, Северная Корея помогала России. Может быть, частично это и так, но смотрите, Южная Корея нам помогала и до того, как КНДР начала слать свои снаряды на Россию. То есть, скажем так, смотрите, 2 миллиарда 300 миллионов, это прежде всего огромная сумма. Это замечательно. И особенно на фоне того, что у некоторых наших союзников деньги направлены только исключительно на выборы. Кроме выборов их ничего не интересует. Бла-бла-бла, хотел рассказать о том, как они помогают Украине. Вот. В то время как некоторые, такие как Южная Корея, да, вообще не бла-блакают, вообще ни о чем не говорят. И тупо берут и помогают. Почувствуйте разницу.